Всевышний Аллах создал человека в наилучшем облике. Он сказал: «Лакад халакна л-инсана фи ахсани такуим». Мы создали человека в наилучшем облике. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-му'мин л-кави хайрун ва хаббу иля Аллахи мин аль-му'мин д-даиф». Что означает: сильный верующий лучше и любимее для Аллаха, чем верующий слабый. Поэтому обращаюсь ко всем мусульманам не забывать спорт, особенно в месяц Рамадан. Но также рекомендую подходить к этому очень взвешенно и не тратить все силы только на спорт. Найти некую золотую середину, потому что Всевышний Аллах сказал: «Вакадалика джаальнакум умматан васата». Мы сделали вас средней общиной, то есть той общиной, которая придерживается всех умеренных дел. Джазакум Аллаху хайран.